Вітаю в ефірі студії «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. Цьогоріч Одеська філармонія святкує 90-й день народження. Від початку року колектив театру зіграв чимало концертів, але це ще не все. Про розвиток театру та майбутні прем'єри і концерти розповість нам директор філармонії Галина Борисівна Зіцер. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Розкажіть, ви вже багато років очолюєте філармонію. І як змінився театр, відколи ви прийшли на посаду? Давайте розпочнемо з того. Вы знаете, в этом году мы открываем 174-й концертный сезон. Концертный сезон – это не год. Это получается от сентября и до июня. Ну, такой півроку. Да. Угу. Нет, больше, чем півроку. Да, да. Ну, примерно оно, получается, переходит с одного года в другой. Вот, допустим, сентября мы начинаем этого года, а уже июнь будет следующего года. Поэтому оно получается вот такая ситуация. Но дело в том, что вот 174-й сезон, который мы открываем сейчас, он у нас юбилейный. Нам филармония, я бы сказала, ну, это филармония – это женского рода, это любовь, филармония переводится «любовь гармонии». Поэтому я не буду говорить, что там, допустим, древняя, старая там и так далее. Она просто самая взрослая филармония Украины. Старше этой филармонии, филармонии в Украине нет. Поэтому у нас на нашем празднике приедут нас поздравлять директора ведущих филармоний Украины. А начинается наша, понимаете, у нас очень много, у нас 300 человек работающих, артистов, административных персонала, технического персонала, и вместе 300 человек. Я вам хочу сказать, что вот вы спросили, что изменилось за эти годы, что я работаю. У нас очень омолодился коллектив. Очень. Багато молоді прийшло. Очень оволодился. У нас буквально осталось, ну, может быть, 7-8, ну, до 10 человек людей похилого віку. Это в артистах. И, но они уже больше как мастера-наставники, чем они выступают, но больше уже они как мастера-наставники. И наши молодые артисты очень прислушиваются, очень трепетно к этому относятся и стараются дотянуться до их уровня, потому что это все народные. Смотрите, у нас сегодня в коллективе 8 народных артистов. У нас есть чем гордиться. Заслуженные деятели культуры Украины – 2. Заслуженные артисты Украины – 10. Противники культуры Украины, заслуженные противники культуры Украины – 2. То есть у нас за эти годы мы подошли, мы подошли к этому вопросу, к этому юбилею с очень хорошими показателями, я бы так сказала. И это сейчас вот та программа, которую мы создали, юбилейная, она будет длиться с 30 сентября по 6 октября. Почему? Потому что у нас много коллективов, и мы хотим показать весь наш творческий состав. У нас будет 7 концертов. Ух, весь арсенал. Да, 7 концертов. И заключительный гала-концерт будет 6 числа. Вот там будут привитания, нагороды, всякие там вот такие, вот такого уровня мероприятия, и обязательно гала-концерт. Но там будут буквально родзинки, потому что каждый будет иметь отдельный свой концерт. Смотрите, мы открываем фестиваль нашим знаменитым, очень на всю страну, на весь мир известным пианистом, заслуженным артистом Украины Сергеем Терентьевым с нашим оркестром камерным. Поэтому я думаю, что главный дирижер наш Игорь Леонидович Шаврук – заслуженный артист Украины. И Сережа – заслуженный артист Украины. Все-таки мы добились этого. Да. Добились этого. Мы 10 лет подавали на его звание, чтобы ему присвоили. Он действительно достоин этого. Но, ну, получалось, как получалось. Слава Богу, что успели дать ему звание заслуженного артиста Украины. Вот. И, значит, будет, за пультом будет стоять заслуженный артист Украины Игорь Леонидович Шаврук, это главный дирижер нашего камерного оркестра. И Сережа вот вместе с оркестром будет сольная программа, это будет очень интересно, очень достойно и очень красиво. На этот фестиваль нам удалось создать буклет. Но буклет, я вам сейчас
буквально чуть-чуть покажу, а потом вы будете... Вот концерт Сергія Терентьєва. Угу. То есть есть... кожна сторінка – це окремий, окремий концерт. Окремий концерт. Угу. Значит, здесь, допустим, есть фотография Сергія Терентьєва, полностью описание концерта, что, какие произведения, что он играет и кто участвует. Все. То есть это очень интересно. А в начале этого буклета есть наш зал, наша филармония и историческая довідка. А де глядачі можуть взяти ці буклети, якщо прийдуть до театру? Когда они прийдуть к театру, ми їм будемо, ну, не, ми, я не знаю, получать ли все, потому что у нас 7 концертов, а буклетов всего 300. То есть я не могу сказать, что получат все, но те, кто успеют получить, и все, мы будем раздавать, мы будем дарить буклеты. На самих концертах? Да, никакой продажи не будет. Мы будем дарить буклеты тем, ну, кому удастся. Вот. Если мы увидим, честно я вам скажу, что если получится так, что у нас, ну, будет потребность больше, чем у нас есть возможность, мы можем потом еще раз... отпечатать дополнительное. Это же ювелирное выдание. Это же такая интересная вещь, не мать это при собе. Да, обязательно. То есть все наши гости, кто приедут, эти будут все абсолютно. И глава администрации, глава областной рады, и мэр города, и департамент культуры города, и департамент культуры области. То есть есть такой ряд организаций, представительских людей, что эти будут обязательно иметь, потому что это наш отчет за проделанную работу и за больше того, за работу 90 лет. Что нам удалось сделать? Мы придумали, мы хотели сделать музей, честно говорю, но у нас так получается, что это помещение, в котором хотели сделать музей, там витальня, музыкальная гостиная, там постоянно находятся люди, и у нас пока нет возможности помещения, нет для музея. Но все откликнулись на мой призыв и принесли очень много старинных афиш. Афиша, там есть афиши, которым тоже по 90 лет. Ровесницы филармонии. И вот, но они такого, такого были в ужасном состоянии, они просто рассыпались, берете ее, она у вас рассыпается в руках. Ну, звичайно, паперу 90 років. Ничего. Вот. Я обратилась в литературный музей, мне посоветовали там художника, вот наш реставратора, и с Божьей помощью они отреставрировали все афиши, и где-то, по-моему, то ли 25, то ли 30 штук. Где поставили их, смонтировали, наклеили их на толстый картон. И таким путем мы сделаем выставку. Выставка будет. Это будет видно, вот что было. Там есть, я же говорю, там есть афиши, которым 90 лет. Надо посмотреть. Этих людей уже нет живых. Просто. Уже. Знаете, говорят, иных и нет, а те далече. То есть там есть очень много людей, которые нету. Но это будет сильно. Вот сегодня принесли готовую продукцию. Наши люди, наши сотрудники не могли оторваться. Вот смотрят и не могут оторваться. Расскажите мне детальніше, что саме включатиме цей фестиваль? Что саме буде відбуватися? Які концерти ми можемо почути? Я вам хочу сказать, открываем мы фестиваль 30 вересня с концертом Сергія Терентьєва, заслуженного артиста Украины, и нашим камерным оркестром. 2 числа в камерном зале, у нас вот этот зал, так, звичайно, це где мы хотим, да, да, в камерном зале будет концерт в 12 часов дня, мастеры чтецы будут выступать. То есть у нас есть целый плеяда чтецов, которые... И вот, допустим, есть и лауреаты премии Рядченко, и вот, в общем, есть очень талантливые чтецы, и мы решили показать их работу тоже, но на большой зал это невозможно. А маленький зал, там соберется человек 50-60. Это и есть атмосфера зовсім. Да, это именно вот эти чтецы, они работают камерно. В камерном зале. Поэтому они будут работать в камерном зале в 12 часов дня. И милости просим, пожалуйста, билеты, во-первых, есть, а во-вторых, кто не сможет, мы и так пригласим.
Мы люди не гордые. Звичайно. Що ще є? Що ще є у програмі? І в этот же день, 2 числа в 19 часов, будет эстрадный концерт. То есть у нас есть очень большой блок эстрадных артистов. Очень большой. И там вот там одна молодежь. Ну, единственный там мэтр, который будет вести этот концерт, это народный артист Украины Михаил Вакальчук. Никуда мы не денемся, это наша гордость, это наше имя, это наша память, это все наше. Вот. И поэтому мы с большим трепетом будем ждать вот его концерт. 3 числа будет уже, понимаете, это новая версия. Люди, многие уже видели предыдущую версию «Hit of the World», «Мировые хиты». Угу. Было уже. Было не один раз уже. А это сейчас полностью переписана новая версия. Все аранжировки, все произведения. Это полностью новая программа. Новая, абсолютно новая. Очень интересная, сразу вам говорю. Потому что я все время в этом кручусь. Могу вам сразу сказать, очень интересная. Я думаю, что она и дирижер будет Владимир Дикий, уже полюбившийся всем наш креативный дирижер, будем так говорить. Поэтому я надеюсь, что это тоже понравится людям, и они с удовольствием будут иметь удовольствие посмотреть это. 5 числа у нас идет 12 часов дня «Мастера и вундеркинды». Объясняю. У нас есть абонемент с подкуенцей Столярского. Угу. То есть у нас есть абонемент со школы, с учащимися школы Столярского и наш камерный оркестр. Тобто це такий майстер-клас невеличкий. Да. Ага. И у нас есть этот абонемент. Это дети школы Столярского и наш камерный оркестр. И вот на базе вот этого мы сделаем «Мастера» и «Вундеркинды». То есть будут работать наши, допустим, талантливые, выдающиеся скрипачи и дети школы Столярского. «Мастера» и «Вундеркинды», потому что там тоже очень талантливые дети. Это будет очень интересный концерт, очень. И с трепетом тоже мы ждем его, потому что дети — это всегда трепетно. Особенно в школе Столярского вообще выдающиеся дети. Просто. Вот. Значит, 5 числа вечером наш будет тоже уже такой славетный коллектив — академический ансамбль украинской музыки, песни и танца «Чайка». Звичайно, все одесситы, да, про него навіть, ну, не просто бачили, а и чули. Да, да. Значит, это будет их сольный концерт. То есть мы хотим показать наши самые яркие, самые яскравые, самые яркие, самые красивые и самые лучшие коллективы. Ну, других просто нет у нас. У нас все самые лучшие. И вот этот ансамбль «Чайка» будет вечер ворова. Ну, а 6 числа, я уже сказала, мы будем закрывать фестиваль гала-концертом, где будут участвовать все абсолютно, пусть по одной, по две вещи, но все будут участие принимать. И таким образом мы будем закрывать фестиваль. Відсвяткуємо 90-й день. Да, будем закрывать фестиваль. Я хочу вам сказать, что мы придумали с оформителями, чтобы они украсили нашу лестницу, сцену, лестницу и сцену, лобик сцены. Очень интересный дизайн, очень. Мы там, у нас было 4 варианта, мы выбрали самый яркий, самый красивый. Маски, веера, ну просто... Ну, просто потрясающе. С лампочками, все это светится, все это играет, с лентами. Больше того, там будут стоять такие, знаете, имитация веночка, как будто веночки. То есть наверху цветы, а так они ленты идут. Ну, вот не могу, говорю, прям аж тремчу вся. Ну, дійсно, дуже багато попрацювали над самою атмосферою, над тим, щоб створити такий... Понимаете, тут должно быть какая ситуация. Люди не просто должны прийти и получить удовольствие от хороших, действительно профессиональных коллективов, и детских, и взрослых, не имеет значения, но они должны еще окунуться в атмосферу праздника. Это должен быть праздник. У нас другого выхода нет. Это наш праздник, 90-летие. Это такая очень серьезная, такая значимая дата. Ну, будем надеяться, что нам все удастся. І будемо сподіватися, що все вийде. Ну, звичайно, така яскрава програма. Я думаю, що всім потрібно туди, звісно, піти. Хотіла вас запитати, ковід приніс театру нові формати, які ви і досі використовуєте. Чи буде фестиваль якось розгортатися у цьому напрямку? Можливо, онлайн-покази? Будуть, обов'язково.
Значит, кроме того, что у нас... Дело в том, что мы ждем, вот видите, сейчас у нас понедельник, уже будет то ли желтая, то ли оранжевая, помаранчевая зона, мы даже не знаем. Но все равно мы приходим к тому, что у нас будут ограничения. Будут ограничения. А мы настолько серьезно отработали все это, что не показать людям нельзя. Не говоря уже о том, что сегодня, до начала фестиваля, еще, допустим, месяц был, сейчас уже, допустим, там, 3 недели или 2 недели, до фестиваля мы пускаем информацию, которую наши сотрудники собрали по родзинкам, по кусочкам, собрали и пускаем в интернет, чтобы люди знали, допустим, ансамбль «Чайка», вот все о нем, допустим, там «Ренессанс», великолепный коллектив, но он будет просто принимать участие в эстрадном блоке, тоже потрясающий коллектив. То есть мы все каждому коллективу даем объяснения, пояснения, и все это идет в соцсети. Я думаю, что будет, это будет, во-первых, это очень интересно читать. Я смотрю, что люди интересуются, есть лайки, есть комментарии, так что надеюсь, что будет все хорошо. А вот обязательно наши концерты, мало того, что мы будем снимать их и потом рекламировать, и потом прокручивать в соцсетях, то в период проведения наших концертов трансляция будет идти прямо из зала филармонии. Ох, це надзвичайно. Розкажіть мені, атмосфера – це в першу чергу... Філармонія – це в першу чергу атмосфера, тобто інтер'єр, як там все виглядає. Наприкінці минулого року, навіть, напевно, восени, до нас завітав міністр культури і було анонсовано, так би мовити, реставрацію, реконструкцію філармонії. Але питання застигло. Розкажіть, що відомо взагалі про це і як воно розвивається? Значить, ви дійсно правильно сказали, але у нас був не тільки міністр культури, у нас був президент вместе з міністром культури. Я їх приймала, ми розмовляли, вони смотрели, бачили, що дійсно здание унікальне. Просто от у нас іноземці, коли приходять, вони шоковані. Так. Шоковані, тому що такого красоти зала. Ну, то, что в Украине, так это точно. Ну, нигде, абсолютно. Я сколько ездила по заграницам, и везде я пытаюсь найти филармонию. Не везде филармония есть, между прочим. Но вот я попала в филармонию в Австралии. Представляете, какая я была удивлена, когда в таком незрачном месте, где-то под мостом, где-то там... Там где-то на, у них так на Припечке, вовле, где-то да? Там у них нет, там у них есть open house, у них оперный дом. Это совсем другое. Это совсем другое. Я искала филармонию. Филармония не везде она, во-первых, есть, а во-вторых, даже там, где она есть, то она в таком, я бы сказала, занепаде. Да, у нас так не бывает. Не у бывает. У нас так и неможливо, мне кажется. Абсолютно, абсолютно. Более того, это памятник архитектуры 19 века. Архитектор Бернардаци, итальянец. И поэтому сегодня мы смотрим, вот был министр культуры, был президент, был губернатор, представитель областной рады. И так получилось, что мы, в общем-то, Богу было угодно, и нам попали в грант президента, великая реставрация. Есть великое будівництво, а мы попали в великую реставрацию. У нас уже готово почти практически 70-80% готова проектная документация. Ее готовит «Экострой» Суханов Владимир Геннадьевич. И я думаю, что где-то к концу года, где-то в ноябре, думаю, что в ноябре, эта документация уже будет готова. Потом она должна 2 месяца пройти экспертизу в Киеве. После этого будет утверждена. И с Божьей помощью, я думаю, что в следующем году мы уже, во всяком случае, нам обещал губернатор наш, а он нас никогда не подводит. И он обещал, что со следующего года будут выделяться деньги, финансирование. Это уже начинается. Да. Будут выделяться финансирование на проведение ремонтно-реставрационных и противоаварийных. У нас фасад действительно аварийный. Но там еще будет стоять вопрос, они будут забивать сваи, будут делать ростверк, они будут еще много и много будет работы и труда,
Но первым делом, конечно, надо спасать фасад, потому что он падает, он все время падает. Очень страшно и очень опасно. Поэтому я думаю, что с Божьей помощью мы начнем первым делом высыпать леса, и как только высыпать леса и обтянут это все сеткой, мы можем жить и работать пока без аварийной ситуации. То есть я хочу надеяться, я не уверена в этом, но я хочу надеяться, что когда начнут ремонт фасада и забивать будут сваи, то зал еще будет работать. А що, окрім фасаду, повинні зробити в першу чергу, аби зберегти нашу фасаду? Ну, во-первых, в першу чергу треба укріпити конструкції перекриття, конструкції кровлі, состояние кровли. И обязательно первое, что надо сделать, это кондиционирование воздуха. Это очень большой и объемная работа. У нас тоже есть проект. Вот на это у нас уже проект есть. Вот. Слава тебе, Господи, народный артист Украины Алексей Иванович Ботвинов подсуетился, как говорится, помог нам найти спонсоров, чтобы сделали, все это проплатили и сделали этот проект. Проект уже готов. Но, учитывая, что мы попали в великую реставрацию, и будет общая реставрация, решили пока это не делать. А вот когда будет реставрация, в период реставрации будут делать кондиционирование воздуха. Это просто... Без этого филармония жить не может. Та взагалі театр заслуговує на нове дихання. Мы 3-4 месяца в году не работаем, потому что у нас сильно душно в зале. Да, вот. Поэтому вот так, я думаю, что если только Богу будет угодно и все будет хорошо, то мы, наверное, доживем до того, что мы зайдем в красивый, отреставрированный, молодой, новый дом музыки и будем служить людям еще 90 лет. Что такое 90? Все только начинается. Это правда. Вы, как мати филармонии, расскажите, каким вы бачите театр у майбутньому? Що потрібно зробити, що би ви хотіли змінити або покращити? Ну, я вам сказала про кондиціонування воздуха, це перше. Звичайно, второе, треба обов'язково зробити можливість, щоб люди з обмеженими можливостями могли насолоджуватися самими могли концертами. Підніматися, тобто там повинні бути такі полозі, підніматися. В общем, там є спеціальні такі механізми, тому що сьогодні ми все одно не оставляємо їх без внимания. Якщо вони навіть приходять к нам или приїжджають на колясках, ми беремо 2-3 чоловіка наших работников, беремо і піднімаємо їх. А що делать? Вони ж теж люди, їм теж хочеться посмотреть и послушать все это. Но это не совсем правильно есть. Они должны иметь здесь подъем, вниз подъем, где туалеты. То есть обязательно это будет сделано обязательно, в первую очередь. А еще говорить про творческую складовую. Каким вы про творческую складовую я хочу вам сказать. У нас сегодня решается один вопрос вместе с Национальной музыкальной академией, с ректором. Это он выступил таким инициатором, а я его поддержала, и мы с этим предложением вышли на губернатора. Ну, не знаю, мы хотим создать оркестр народных инструментов. Ой, Боже, при филармонии. Это взагалі было бы дуже круто. Сейчас мне все скажут, вот мало тебе еще есть, так тебе еще надо что? Надо. Нет, понимаете, мы никогда не останавливаемся. Вот у нас сейчас такое положение, что вот все говорят, вот там уже устали, уже это неинтересно, вот этот карантин и потом этот локдаун и всякие другие. Есть же много жизненных проблем, которые немножко садят человеческий потенциал и уровень общения. А у нас наоборот. Я им ставлю планку как можно выше, и чем быстрее и лучше они добиваются ее, тем вот тогда это кайф. Вот тогда мы берем еще следующую планку. Я надеюсь, что наша планка еще далеко не перешла свои рубежи. Щиро дякую вам за розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з директором Одеської філармонії Галиною Борисівною Зіцер. Відвідуйте театри та залишайтеся з репортером.